группа Агата Кристи с полным правом может именоваться не только одной из самых популярных на нашей рок-сцене, но и одной из самых-самых сенсационных именно в нынешнем текущем сезоне, потому как их последний альбом «Ураган» стал не только в мгновение ока бестселлером, но и несколько произведений из этого альбома стали самыми подлинными всенародными хитами. И вот в июне месяце в хит-параде звуковой дорожки появилось очередное творение, очередной шедевр с этого альбома, который мы сейчас все с вами и посмотрим. Я хочу сказать, что так как мы обозреваем сегодня видеоклиповый список хит-парад звуковой дорожки, то мы с вами посмотрим видеоклип на видеоверсию этой популярной песни, уже ставшей популярной. Но, тем не менее, живые выступления группы Агаты Кристи представляют из себя самоценное и ни с чем не сравнимое действие, которое и состоялось, кстати говоря, на последнем фестивале звуковой дорожки в Лужниках 2 дня назад. И мы в будущих программах звуковой дорожки вернемся именно к этому выступлению, к этим выступлениям группы Агаты Кристи. А сейчас песня «Моряк» на 4-м месте в хит-параде лучших видеоклипов звуковой дорожки. Стамбул и Париж. Виной кашиш, Стамбул и Париж.